Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Буфсиновский. Сейчас я расскажу необходимый обязательный минимальный уровень JS для Django-разработчика. Давайте посмотрим на практике. Все уроки, которые мы сейчас посмотрим, потом проделаем уже в коде. А пока главное понять суть. Итак, ну, уже привыкли, кто смотрит, я не пользуюсь длинными командами, пользуюсь алиасами. Итак, открываем. Смотрите, сейчас мы о чем поговорим. Это мы пишем сайт для тех, кто только начался это видео сложный. А сейчас мы поговорим о вещах, которые нужны абсолютно для любого сайта в той или иной ситуации. Мы будем писать далее там и фолловинг, и друзей, и все. Сейчас мы с вами как раз в уроках писали дискуссии. Например, 6 мифов о динозаврах. Вот у нас она есть. Мы нажимаем, нажали. Теперь мы, когда заходим, это пропала запись. Обратите внимание, при нажатии ничего не происходит со страницей. Когда мы переходим на ту страницу, там появляется. То есть действие происходит без перегрузки страницы. Теперь давайте добавим комментарий. Например, Валеру. Комментарий добавился, страница оставалась совершенно спокойно на месте, и вот добавился комментарий. Сохранение постов, лайки, как ВКонтакте. Далее, комментарии. Все это работает, и другие любые вещи, все это работает по одному и тому же принципу. То, что мы сейчас писали, это я открываю уже другой редактор, другой сайт. Я делал быстро дизайн Bootstrap Studio, он сырой, лучше делайте свой, я просто, чтобы вы покопались. Сейчас проверю, мы вошли или нет, потому что мы еще не писали вход. Вот здесь мы еще не писали. Как раз мы собираемся писать добавление сохраненных постов, где этого меню нету. Но мы написали уже комментарий, да? И обратите внимание, если я здесь ввожу комментарий, то сейчас страница перезагрузится. То есть перезагрузила страница, произошло действие, которое сделало само Django, да? Вот комментарий. А нам надо добиться того, чтобы это действие было без перезагрузки страницы. Нам придется подключить JavaScript. И вот здесь уже в третьем месте... В третьем месте я еще не запустил. Секунду. Да, уже запущено. Мы уже это сделали специально, да? Вот то, что мы делали, да, что было принципиально, то есть мы, как вы видим, сохраняем, я специально вывел слова, вы потом поставите значки, чтобы было видно. Значит, сейчас мы перейдем на страницу сохраненных, здесь у нас нет сохраненных постов. Секунду. После этого... Нажимаем сохранить, вот уже сохранен, страница не дергалась.
открываем сохраненные посты и видим этот пост, да. Мы можем открыть полный пост, мы видим сохраненность, чего нам не надо, то просто-напросто убираем галочку. Как я говорил, один и тот же принцип. Итак, открываем и смотрим этот принцип. Так, нам надо вот это лучше всего. Кстати, я открыл три редактора. Возможно, кто-то подбирает по ходу. Обращайте внимание. Сейчас перейдем в VS Studio Code. Можно быстро пользоваться. Прекрасная вещь. Ей я пользуюсь только для уроков. Не более того. Сам я работаю с Emacs. Ранее был на Vim. Кроме этого, есть Sublime, который можно настроить, но я им пользуюсь как текстовым редактором в основном, а в данный момент просто надо было запустить сервер, один из серверов. В Vimax можно пользоваться, использовать всю клавиатуру Vim, ранее я был на Vim, вот, но здесь вы испытаете кайф. Единственное, что настроить его быстро не получится, если вы с нуля, то через месяц чего-нибудь получится, но когда завлечет, вы полностью уберете мышь, да, с программирования. Здесь можно открывать почту, открывать браузеры, открывать, использовать как файловый менеджер, использовать как среду разработки, использовать как текстовой редактор, как настроить. Все пишется на языке программирования Lisp. В общем, круто. Итак, теперь поехали смотреть. Я сейчас мышью буду пользоваться, потому что это будет быстрее сейчас. Смотрите, для того, чтобы начал работать JavaScript, да, нам надо сделать следующее действие. Действие первое, которое мы проделываем. Сейчас. Мы пишем, как обычно, для Django, вот то, что мы сейчас писали в школе в предыдущих уроках, это обработка страницы деталей, то есть, когда выводится отдельная страница, PostDetailView, и это тот момент, когда страница перегружалась. Для того, чтобы начал работать JS, нам надо дописать некоторые функции. Например, сохранение. То есть мы пишем еще одну функцию для того, чтобы работал JavaScript. Как мы видим, принцип здесь очень банально простой. Здесь у нас вызывается переменная user, значит, присваивает значение request user, то есть делает запрос конкретного пользователя. Далее, сохранение постов. Блок пост, да, сейв, будем разбираться, что это дальше в уроках. Определяется контекст и указывается шаблон. Все банально просто. То есть здесь это мы определили страницу, где будет сохраняться, да. Этого мало. Теперь нам надо еще страница для того, чтобы заработал сам JavaScript. Вот он, сохранение поста. Это уже функция, которую мы пишем, конкретно та функция, которая будет взаимодействовать с самим JavaScript посредством JSON. Эти все функции, даже если новичок посмотрит, будет казаться сложным, они все пишутся по шаблону. Здесь нет никаких там каких-то умностей. То есть в данном случае мы пишем, используем стандартную функцию getObject.or404, иными словами, мы ее рассматривали в школе, если есть страница, то, значит, вызвать ее, вернуть ее, если нет, то вызвать ошибку исключения 404, страницу не существует. Далее идет любая обработка, которая вам надо, выборки объектов, здесь, значит, при сохранении ставим истина.
создаем контекст. И самое важное, что возврат JSON response, да, то есть получается, что Python Django будет отдавать в JavaScript данные передавать посредством JSON форму. Когда мы написали вот это представление конкретной работы, с чем оно будет взаимодействовать? Оно будет взаимодействовать со страницей шаблона. Со страницей шаблона. Я вот открыл страницу. Секция сохранения, здесь обычная форма с кнопками, все, ничего здесь больше хитрого нету. На этом не заканчивается. Для того, чтобы все это заработало, значит, здесь есть несколько вариантов. В базовый шаблон мы добавляем JavaScript, то здесь есть два варианта. Здесь можно писать при помощи чистого JS, это все равно будет немножко сложнее. Все равно мы будем в виде чистого JS писать в дальнейшем, потому что Django отказалась уже в четвертой версии от ранней функции, которая называется, сейчас мы посмотрим, дитель. Вот это была такая стандартная функция до версии Django 4. Но эта вещь работала через jQuery. Сейчас можно писать Django, делаю так, чтобы писали на чистом JavaScript. Я то использовал JavaScript чистый, но я решил все-таки сделать в старом варианте jQuery. Почему? Потому что все-таки здесь есть свои плюсы. Это недооцененная библиотека, она прекрасна сама по себе. Второй момент. Новички в ней точно разберутся. И работает стабильно. А JavaScript чистый уже дальше покажу. Я и сейчас писал чистый JavaScript, но так как убрали функции, что я сделал? Я создал Middleware, что такое? Это стандартные настройки, которые есть в Django. Сейчас мы посмотрим, где оно там делось. То есть слои Middleware. Иными словами, когда запускается сервер, человек открывает страницу, то прежде чем страница откроется, срабатывает промежуточный слой, который делает определенные действия. Например, определяет, вошел или не вошел пользователь, и такой слой я здесь дописал. То есть использовал новые методы, но сделал то же название, что было раньше. Иными словами, я создал файл Ajax Middleware, где то, что Django-разработчики предлагают использовать сейчас чистый JavaScript, просто-напросто реализовал это как функцию. Да, вроде как новое, но все равно работает как по-старому привычно. И мы можем использовать в данном случае jQuery. Мы сможем потом работать и без этой библиотеки, но все-таки я решил оставить этот, дописать вот этот момент, оставить этот момент. Почему? Потому что даже начинающий разработчик jQuery точно разберется и сможет там и лайков, и говняйков, и все, что угодно понаписывать, да, по одному и тому же принципу. Все принципиально одинаково. И далее что сделал? Далее добавил сюда как слой, и теперь эта функция будет видна всему проекту. Запускаться при, то есть отрабатывать при запуске, открытии страницы. Так вот, смотрите, теперь к
когда мы открываем базовый файл, там мы вставляем Bootstrap 5, который мы используем, он уже jQuery не использует, да, но поэтому я вставил в библиотеку эту библиотеку, и далее идет код. Весь код, он абсолютно одинаковый, можно брать и копировать с любого места и ставить, только будут названия ваших функций, потому что это вещи простые, они все делаются по шаблону, и хитрого здесь ничего какого-то там нету. Почему я говорю, что любой новичок разберется, как с этим работать. И последний момент, который нам осталось сделать, это перейти в наш дитель, да, наш дитель. Перейти в наш дитель и добавить, допустим, для сохранения постов пару строк кода. Что сохранять, как сохранять и прописать, что будет работать Ajax, в данном случае здесь вот для комментариев мы писали. Так как для самого сохранения постов нам в самом приложении не надо ничего делать было. Почему? Потому что мы этот метод прописали при сохранении. Поэтому в данном случае просто-напросто в шаблоне дитель. Нам надо было просто вставить сам ранее подготовленный шаблон сохранения, которое мы сделали, вот эти две кнопки, да, форму, которая передавалась, и тупо сюда это вставить. Все, все действие сделано. Вроде бы вам кажется, что все запутано. Давайте я сейчас просто проговорю, перечислю на пальцах без ходьбы с ходом. Итак, если мы хотим получить какие-то действия без перезагрузки страницы, это может быть все что угодно. Ну, например, лайки, сохранение постов, комментарии и все, что вы дальше придумываете. Принцип будет везде один и тот же. Итак, действие первое, которое надо сделать, это добавить в базовый шаблон. По порядку пойдем, да, сейчас вот уже проговорю медленно и спокойно. В базовый шаблон добавить необходимый код JavaScript. Иными словами, то, что будет написать функции, которые будут обрабатывать именно HTML-страницу, которая будет открываться. Мы пишем в базовом шаблоне, так как от него все наследуется. Далее, вторым моментом, подготовить необходимые файлы. Потому что нет смысла пихать много кода, а есть смысл разделить файлы, например, для того, чтобы работало сохранение, сделать конкретно отдельную страницу сохранения постов, которую потом включить просто в ту страницу, которую нам нужно, хоть 100 раз. Мы ее включаем в страницу postDetail. Постдитель, да, просто-напросто включаем, иными словами, она сюда импортируется, этот кусок кода, и здесь будет работать. Третий пункт, нам надо написать несколько функций. Понятно, что так как мы пишем, например, в данном случае блог, на месте блога могут быть видеоконтент, аудиоконтент, здесь это все не имеет значения, все будет одинаково. Почему? Пишем обычное представление, которое будет обрабатывать модель, и представление, которое будет выводить одну запись.
То есть это написали. Это что касается стороны Django. Для того, чтобы заработал JavaScript, нам надо написать еще одну отдельную функцию. И все эти вещи, ребята, сейчас договорю, для всех вещей, соответственно, конечно, прописывается URL. То есть нам надо написать еще одну отдельную функцию, отдельное представление, которое будет конкретно обрабатывать JavaScript. То есть JavaScript описан алгоритм. Ну вот, в принципе, и все. По сути дела, действий всего лишь немного. Когда мы будем все это писать на уроках, вы разберетесь до конца. Еще раз, кому показалось сложным. В базовой странице добавляем JavaScript. Раз действие. Второе действие. Что касается Django, да, пишем то, что нам надо на Django. Пост там и вывод, да, там одной страницы. То есть это все понятно. Для того, чтобы подключить JavaScript, нам надо, грубо говоря, написать еще одну дополнительную функцию, конкретно, что будет она обрабатывать. Если лайки, то для лайков. Если сохранение постов, значит для сохранения постов. Если комментарии, значит комментарии. Все эти функции будут писаться по одному и тому же принципу. Может быть выборка чуть-чуть разная с базы. И прописывается URL. То есть на самом деле действий немного, да? Но когда мы будем далее писать все в уроках, все до конца разберетесь. Сейчас вам надо запомнить одно, чтобы, если все равно сложно, да, что кроме действий Django дописывается еще одна дополнительная функция, которая будет работать в JavaScript. Данные будут передаваться посредством JSON. Без нашего участия, так как в Django есть хорошая функция JSON response, то есть ответ JSON. Что будет происходить? Django будет, Python будет работать как Python, JavaScript будет работать как JavaScript. При передаче данных через JSON response данные Python о клики будут преобразовываться посредством библиотеки JSON в формат JSON, передаваться JavaScript. JavaScript понимает тоже формат JSON. И после происходить действие, передаваться обратно. Это все будет происходить без нашего участия. Поэтому наше дело только правильно написать саму функцию. Вот, в принципе, и то, что я хотел рассказать. Зачем вам это знать? Если вам понадобятся такие действия, которые я рассказывал в начале видео, чтобы не было перезагрузки страницы, то, конечно, надо подключать JavaScript. Направление чистого JavaScript без middleware, да, как я показал, мы все равно будем дальше писать. Но все-таки я решил, говорю... Пока оставить вот этот подход jQuery, почему? Потому что он очень хорош для новичков, так как все пишется по шаблону, все работает стабильно. А дальше мы, конечно, будем рассматривать и подходы с чистым JavaScript. Ну, это типа того, что сейчас нам просто надо будет прописывать все вопросы, да, именно запросы-ответы конкретно, при помощи вещей определенных, да, но там есть уже и готовые функции. Но я думаю, Django начала только развиваться именно в этом направлении, где с чистым JavaScript, но сейчас мнения разработчиков, я посмотрел, разделились, я тоже это мнение разделяю с той стороны, что надо иметь два подхода и использовать jQuery. Почему? Потому что, ну, в первую очередь, для тех, кто экономит время и хочет больше. Там очень много возможностей на самом деле. Ну, либо, если есть время и не лениться, можно использовать и будем использовать то, что Django начал предлагать, использовать чистый JavaScript. Это будет что-то наподобие вот такого вот кода, да, и сложнее, и сложнее.
Будем и это использовать. Тут, наверное, я считаю, что надо смотреть о ситуации. В данном случае не было смысла копаться, да. Если надо сделать, допустим, лайки, надо сделать сохранение постов, и надо сделать комментарии, надо сделать ответы на комментарии. И все это делается по одному и тому же принципу. Проще, конечно, было мне в данном случае написать, хоть убрали эту функцию, но раньше я знал, что в Django 3, допустим, была функция из AJAX, а нам и надо было обработка AJAX. Почему? Потому что, с одной стороны, сейчас поясню, чтобы понимали, мы могли использовать, и это было бы классно и правильно, но не всегда логично. Чистый AJAX, да? Чистый AJAX, то есть это вот то, что происходит на странице, вот так вот, да, когда страница не дергается, но мы делаем клик, и сейчас пошел запрос-ответ на сервер без перезагрузки страницы. То есть работает сам AJAX. Ответ, запрос, и там не так много действий. Так вот, в Django можно писать на чистом AJAX'е, да? И это и раньше можно было. То есть кто-то думает, что что-то изменилось в Django. Нет, всегда на Django можно было писать на чистом AJAX'е. Всегда. Просто народ, который, вернее, в большинстве своем разработчики, очень экономит время. Почему? В зависимости от задачи, можно как-то упростить. Так вот, в Django 4 была конкретная функция JS AJAX, которая как раз-таки взаимодействовала с библиотекой jQuery, да, и работала сам по себе. jQuery, она прекрасно умеет работать с AJAX, иными словами, отправлять и получать такие запросы без перезагрузки страницы. Так вот, много наговорил уже, но иногда надо больше разъяснить. Поэтому у меня был выбор, как поступить. Выбор первый. Можно было написать на чистом AJAX'е, но еще раз повторяю. Это Django-разработчики решили отказаться от использования jQuery. Это не значит, что она плохая. Просто решили работать с чистым JavaScript и с чистым AJAX'ом. AJAX – это одна из библиотек, значит, JavaScript. Но не надо рассматривать это под углом, что вот AJAX jQuery устарела. Нет, просто Django решила вот выбрать в эту пользу. В данном случае, когда я понял, что мне надо написать лайки, написать сохранение постов, написать фолловинг, потом еще будем писать, друзей, когда есть какие-то действия, добавить, удалить друзья, чтобы было без перезагрузки, ответы на комментарии без перезагрузки, то есть много действий, все эти действия абсолютно шаблонны, хоть звучит, допустим, лайки и сохранение разные, но принцип действия одинаковый, будут просто разные функции, разная выборка, но принципиально все одинаково. Поэтому в данном случае у меня был выбор, либо написать все на чистом AJAX через Django. Это можно, еще раз повторяю, было делать и раньше, версии Django 1, 2, это возможно всегда была. Бери AJAX и пиши. Но я решил все-таки, что надо взять библиотеку jQuery, и преследовал здесь две цели. Новичок любой с jQuery точно разберется, еще разработчик очень молодой, и это будет работать также стабильно. Но так как Django убрали, а я привык к этой функции, поэтому я написал то, что говорил ранее. Слой middleware, который может написать каждый. Здесь не надо никакого ума даже. Здесь ума не надо, ребята. Вводишь.
Здесь прямо вот показывается шаблон, они показали, ну, грубо говоря, все есть. Только бери свою логику сюда, подставляй, и больше ничего думать тут не надо. Ничего не надо придумывать, все уже придумано. Просто надо было открыть документацию, скопировать этот шаблон, и в этот шаблон поставить свою логику. Иными словами, свой метод и то, что сейчас новое принесли запрос. Все. И теперь вроде бы с новым кодом, но старая функция работает как новая, да? И удобство сохранилось, все прочее. Ребят, я очень много времени отдал уже, то есть рассказал. Иными словами, не переживайте, сейчас надо было общее понять. А в уроках мы с вами пропишем. Я дам еще задание, где он jQuery разобраться, а там уже будете смотреть. Еще пару минут затрачу на то, что, как видите, я открыл три среды. Здесь не хватает чего? Не хватает Vim. Но от Vim я отошел не потому, что он плохой. Я обожаю Vim, и 70%, 80% разработчиков используют либо Vim, либо Emacs. Значит, здесь я спорить не буду ни с кем. Это мое мнение. Значит, почему это так происходит? Вот люди ищут среду. Первые там лет 5 меня устраивало по HR. Это прекрасная вещь. А потом меня устраивала VS Code. Но что происходит с молодым разработчиком? Он смотрит, допустим, на PHR, о, аппарат. Но похоже это совсем на другое. Вы находитесь в своей комнате, попробуйте натащить туда с кухни чего-нибудь, натащить туда с прихожей, и потом ходите. Невозможно будет ходить. Также начинает себя чувствовать разработчик со временем. Как, почему? Потому что разработчик начинает понимать, чем он пользуется, чем не пользуется. И все это начинает раздражать, напрягать. Поэтому VS Code я использую только для того, чтобы записывать уроки. Да? К чему уходят разработчики? Здесь есть два варианта. Vim или Emacs. Значит, Emacs вообще очень серьезно, это для меня сейчас круче, чем Vim. Почему? Ребят, попробуйте, кто Vim'ом пользуется, вот эту вот вещь, Spas Emacs, да? Это Emacs с встройками Vim. Называется это Evil злой режим. Это целый фреймворк, здесь вы сможете настроить абсолютно все клавиши Vim, но иметь возможности Emacs. Значит, может быть понравится. Я использую, мне Vim использую, я начал вообще сейчас, так как изучаю, начал работать с Emacs, не так давно с ним работаю, поэтому я решил сначала углубиться в сам Emacs, поэтому больше эту клавиатуру, которая ему присуща. Поэтому я начал использовать такую вещь, как Прелюдия. Это остается совершенно стандартный Emacs, это не фреймворк, это просто дополнительная настройка, которую собрали опытные ребята в один пакет, да, и есть определенные вещи. Значит, чем может быть Emacs? Вообще это переводится начальное название как Editor Macrosов, Emacs, Editor Macrosов, если удлиненно. Это может быть всем чем угодно. Это может быть круче, чем любая среда современная. Почему? Потому что он, здесь есть свой язык программирования Lisp, и вы можете написать все, что угодно. Все, что угодно. Это может быть средой разработки, это может быть текстовым редактором. Сразу вы можете работать и проверять почту. Вы можете открывать, прямо встроить, использовать его как файловый менеджер, встроить как, значит, рабочий стол. И он будет открывать браузеры, открывать все, что хотите. Иными словами, все зависит от вас, от ваших желаний. Что здесь прекрасного, что вы пользуетесь всегда только одними и теми же клавишами. Вам не надо перестраиваться, VS одно,
в это Sublime другое, Vim третье. То есть вы себе пишете, берете там, что надо с Vim, да, что надо с Emacs, доделываете свою клавиатуру и собираете все под себя, да. И у вас среда, где вы полностью отказываетесь от мыши. Если вы не собираетесь отказываться от мыши, то, конечно, вам достаточно VS Studio, но устраивает. Меня, говорю, очень долго устраивала VS Studio Code, это прекрасная вещь, но потом все время хочется того, чтобы не было ничего лишнего. Было только то, чем ты пользуешься, и чтобы это делалось очень хорошо. А это надо делать самому. Поэтому быстро настроить Emacs, то есть за выходные его освоить нельзя. Будем говорить так, ну, через месяц чего-нибудь получится, но это очень сильно завлекает. Очень удобно. Ну, файл настроек вот так вот выглядит примерно, да, то есть это все написано на Lisp. В принципе, для настроек есть куча готовых вариантов, но если вы немножко изучите Lisp, то, я думаю, от этого вам хуже не станет. Тем более есть одно преимущество, зачем вообще стоило познакомиться с языком Lisp, то, что вы по-другому будете относиться и понимать совсем современные языки. Это первая попытка в 50-х годах реализации искусственного интеллекта. В этом языке все есть списки. Иными словами, если говорить просто, это язык, который... Ну, смотрите, пошли на кухню, будем делать чай. Да, мы идем на кухню, собираем там, бас, нету чая. А, давай у меня там на огороде есть трава, там, например, шиповник. Берем шиповника туда. То есть, Lisp это примерно то. То есть, вот то, что вижу, то, что думаю, прямо сейчас и делаю. По сути дела... В нем все, что угодно, слово, букву можно превратить в список. Это язык списков. Иными словами, минимальный мощный искусственный интеллект можно писать просто на ходу. Иными словами, если еще проще сказать, это язык, на котором можно просто выражать свои мысли сразу. Вот то, что думаешь, то и пишешь. Поэтому... Ничего страшного не будет, если вы с ним познакомитесь, вы по-другому будете относиться и понимать другие языки. Кроме этого, захватывающий мир Emacs, но вы его не оставите. Это настолько втягивает, вы знаете, мне очень нравится Vim, но вот когда я познакомился с Emacs, конечно, я офигел. Здесь есть одно «но», которое вас встретит. Emacs. Если, когда вы первый раз откроете, он вам очень не понравится, поверьте мне, потому что его надо настраивать. Поэтому, если вы себе скажете, дай-ка я попробую месяц вот поработать, не понравится, доброшу, вот так сделайте, да, настройте, потом вы начнете понимать такие вещи, что вы хотите. Но стоит его настраивать, конечно, в тот момент, когда вы четко понимаете, что вы хотите от среды. Или, по крайней мере, здесь есть очень крутая вещь. Я все-таки буду использовать еще один последний аргумент, чтобы оставить в ваших именно сердцах какой-то след. И это ради чего иногда люди просто изучают Lisp и Emacs ради одной вещи. Вы хотя бы почитайте, ребята, про это. Сейчас. Вот я сейчас настроил так, смотрите, вот я открыл... например, файл настроек, и у меня файловый менеджер полностью переключился на эту директорию. Сейчас я, вот смотрите, давайте, сейчас я буду открывать постдитель, и у меня файловый менеджер опять, то есть этот проводник перестроился уже на эту директорию, сразу в ее корень. Это же круто, ребят. Так вот, ради чего можно было, люди иногда изучают Emacs только ради одной вещи, организационного режима. Когда вы ищете, одна программа не подходит, вторая, третья, как организовать свою жизнь? Попробуйте, кроме Markdown, который я всегда рекомендую, вот такую вещь.
вот такую вещь. Это записывать в виде режима организации. Все банально просто, здесь все на автомате. Одна звездочка, это я уже сам сделал, чтобы такие, а так оно звездочками было. То есть заметки делать очень удобно, да? И пишешь там, что хочешь. Пишешь, да? Тут можешь тоже писать любой текст. Надо большая заметка, две звездочки, пошел писать. Ниже писать, вставляй код, вставляй ссылки, вставляй текст. Надо три звездочки, допустим, да? Раз, вставляй текст, вставляй, что хочешь. Здесь можно отслеживать по времени. В общем, просто-напросто наберите в интернете, один раз откройте Orgmode Emacs, и вы прочитаете довольно много про эти вещи. Вот этого значок. Ребят, ну, это настолько широкая, это настолько мощная вещь. Это не просто записки. Это организация жизни. Это напоминание. Это обработка почты. Это все сделать можно на полном автомате. Это ваши ежедневные действия. Это действия, которые вам надо напомнить там через 25 лет. Это напоминание, то, что вам надо сделать, отслеживание задач. Это все, что угодно. Это настолько крутая вещь, ребята. Именно ради этой штуки иногда... А я вот сейчас в проекте, видите, я работаю с Markdown. В проекте вот надо было мне вам, чтобы к уроку написать, да? Я себе вот напоминалку составил быстренько, чтобы мне уже писать уроки. Очень удобно. Ну все, то, что я хотел рассказать, я рассказал.